рад, что с завтрашнего рассвета будет стартовать второй форум. Форум, который будет происходить в очень уникальном месте. И уникальность этого места, как одна из уникальностей на нашей планете, это танцующий лес, в котором явно проявлена игра энергии и танец этих энергий, потому что сосны демонстрируют все то, что происходит в наве, то есть в невидимом диапазоне. Но это очень хорошо чувствуется утонченными душами, и те, которые хоть раз побывали даже на расстоянии, видя картинки этого танцующего леса, то у них что-то созвучно начинает вибрировать в области груди, в области анахаты. У нас уже в апреле месяце состоялся форум под названием «Дружба народов Евразии в танце без границ». Нас всех объединяет единое пространство, единое поле, вся единая наша планета. И поэтому все те, которые границы существуют, а существуют это на уровне каких-то понятий, они легко преодолеваются с помощью практики. И эти практики всегда были, есть и будут оставаться. Вот наша одна из практик, которая помогает сбалансировать в себе 5 основных стихий, через которые легко воспринимать окружающий мир и свое отношение ко всему окружающему миру.